Выписка из приказа заместителя министра обороны Российской Федерации по личному составу от 12 августа 2014 года, номер 39. Ниже поименованных офицеров освободить от занимаемых воинских должностей и назначить присвоением очередного воинского звания майор капитана Острякова Романа Михайловича, командира роты учебных машин базы обеспечения учебного процесса учебного центра. Командиром базы обеспечения учебного процесса учебного центра. Его вертит же название. Приказ заместителя министра обороны Российской Федерации по личному составу от 22 августа 2014 года, номер 41. Ниже поименованных офицеров освободить от занимаемых воинских должностей и назначить присвоением очередного воинского звания подполковник майора Ануфриева Виктора Александровича, командира учебно-автомобильной роты учебно-автомобильного батальона учебного центра, командиром учебного автомобильного батальона 1437-го учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. Подполковник. Беги за подполковником. Во, гляньте, звонили.